Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам. Герард Терборх. Дама, чистящее яблоко. 1660 год. Дерево масла 36 на 30. Герард Терборх – деликатный и вдумчивый голландский живописец 17 века. С большой любовью и знанием дела изображал сцены быта патрицианских семей. Обычно он писал картины небольшого формата. Сдержанные по настроению и изящные по живописной манере, они, как правило, включали 2-3 хорошо освещенные фигуры, которые располагаются в затененных, элегантно обставленных интерьерах. Люди, более всего интересующие художника, всегда занимают центральное место в его композиции. В данной работе на фоне окутанной полумраком комнаты выделена группа переднего плана. Молодая женщина, сидя за столом, очищает для ребенка яблоко. Предполагают, что здесь изображена сестра художника, которая часто служила ему моделью. Терборх тщательно выписывает натюрморт на столе, подсвечник со свечой, тарелку с фруктами и свисающий кусочек кожуры. Вся сцена пронизана легкой меланхолией, которая читается в любопытном и чуть печальном взоре ребенка и глубокой вдумчивости матери. Дама совершает привычное действие серьезно и сосредоточенно. Простому мотиву автор придает глубокий смысл, превращая немудренное занятие почти в священнодействие. Продуманная и уравновешенная композиция полотна, лаконизм старательно и точно отобранных деталей и гармония нескольких приглушенных цветов, умело связанных друг с другом повторами и соответствиями, все создает ощущение спокойного, размеренного ритма жизни. Кажется, что в этом тихом мире само время бежит медленнее, и ничто не способно нарушить уют дома и благоденствие его скромных обитателей. Вот такое описание к работе Герарда Терборха «Дама, чистящее яблоко», 1660 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.